как говорила Сашка, сейчас кентыряться, шелуптаться. Вот эти девочки, блин, красавица. Сашка, блин. Где она? Учится. Кто ты? Она нет, она ушла в другой лицей, потому что кто здесь, то он чем-то заниматься должен. Но пришел там лука, джуда, баскет, волей, они так вот, вот сейчас девочки. Патруань, например. Патру Чинча. Футболисты тоже. Есть маленькие, которые по 2-3 года тренируются. Потом они устают и думают, я перейду лучше на бокс. Идут на бокс, получают тыкву. Думают, нет, бокс хорошо, блин. Но плавание лучше, блин. Идет на плавание. Это кто так, Даша, да? Нет, Даша нет. Даша, нет. Она плохо учиться стала, плохо посещает занятия, и отсюда выгнали. Она пошла в лицей обычный, ошибаться. Пошла в обычный лицей, а там лицей не спортивный лицей. Там очень много требует, там нету спорта, там не требует заниматься сексом. И она перестроилась, стала учить. Я не знаю, хорошо она учится, плохо учится. Но она говорит, Сергей Ильич, я не успеваю. Так же, как и Луменица тоже была. И девчонка у меня тренировалась, тоже ее за плохое поведение, за этот выгнали. Ну, наверное, тяжело учиться, тренироваться, тяжело. Вот. Но здесь и спрос меньше. Потому что там, в лицее, там составляет лицее? Работать много. Это тоже Чкалов? Чкалов, вот здесь, Гаудиамус, да? А, Гаудиамус. Вот, кажется, она там, потому что я ее встречал один раз. Да, там она была. Совсем другая. Раньше она ходила там, морду дам, это. То теперь уже нет. Прическа у нее, прикид уже красивый. Сейчас она его может. Вот. То есть это осталось, Игорь Анатольевич. Я бы приходил, но говорит, я не успеваю. Правильно, я знаю, там у меня сын учился тоже. Дочка училась в этих лицах. Давай тренировался. Вот. Хотя я тренировалась. Так, боремся, пацаны. Застрали. Поставили 4. 1, 2, 3, 4. Так он говорит, блин, а потом сам смывается, блин. Все пашут, а он, блин, сидит. Сказки рассказывает. Еще, Смотри, 1, 2, 3, 4, вот еще это не было. Так, 3 пары на ковер. Так, нет, все сейчас выходят и будут делать 100 бросков. Потом опять бороться. 3 пары на ковер. Считаю до 5. 1, 2, 3. Так, пацаны, цели приза, аттенция. Так, готовы? Засеките 4 минуты, Саша. Ну, так, следующий пойдешь. Следующий 4 будет. Посмотри, Макс, ты не готов. Пояс не завязан. Ну как я тебя выпущу? Ой, ну боец. Линия албастру, линия роши. Да. Но. Там я буду бороться. А следующая пара будет 4. Ну, 3 пары. А одна лишняя. Одна не лишняя. Юра, они сейчас выйдут, отборятся один раз, второй все, а потом будет бегать и прятаться. Потому что я скажу, ой, я устал. Пусть лучше 10 минут отдохнул, чем 5 минут отдохнул. Да нет, я тоже, давай. Ай, молчи. Ажина. Лоб колосол в 10 секунд. Вазарик. Каждый по 3 спальни. Ну, цени мену. Ну, цени печуару. Ну, цени печуару. Через спину, колено, задняя подножка, подсечки, зацепы. Так. 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 Так.
я ее Сережа. Значит так. На субботу собрание. Это шорт на 208. Я ее буду. Вот там должны быть наши фамилии. Ну, где-то петицию там. Ты что, номер? Да. А он говорит, я ваши деньги должен купить. Я говорю, ну, не знаю. Вот ты должен. Заявочки написать. Стоп, аккуратно, Вадик, аккуратно, не ломай. Должен написать. До тренера. Мне тренер сказал, что вы за тренера? Нет, тот тренер, я даже не тренер. Платишь. Он тебе не разрешает. А значит, кто тебя тренировал все это время? Все. Мы вдвоем пили с нашим тренером. Кто вас в школу тренировал тебе второй тренер? И сейчас ты... Кого ты тренера боишься, а мы что, камешки? Ну, мастер. Я получаю. Скажешь, что-то.
Там как бы ребята уже борются. Андрей, ты часов ходи стой. Или скажи, а что икон, цене держания, да, икон. Ножницы не делать. Еще раз, ножницы, ребят, не надо делать. Делать это на соревнованиях, здесь не надо. Это такая травма, что на всю жизнь колено улетает. Я вас прошу, ножницы не делать. Андрюха, смотришь? Да. Они что-то могут? Не, если не могут делать, не трогай, а если видишь, топ, аккуратно. Что под дзюдо это нельзя делать за ноги, а по-самому можно. А то это, с новичками не хватает пока за ноги. Вот там Гриша, Степу можешь, Серегу можешь. А они стараются без ноги. Вот. Макс. Я тебе прошу. Их не хватает за ноги, новичков. Вот ребята, что кимоно новенькое. Вот эти уже как бы знают, а они нет. Я им запрещаю за ноги, а ты все равно берешь. Три пары готовятся. Бери. Ай, хорошо. Это не боевой раздел. Я покажу картинку, не бейте так, пожалуйста. Скоро мате. Мате. Стоп, не уходим. Заправились, поправили. Я тут не могу. Поправились. Мальчики, линия албастом, линия рошу. Встаньте на линию, не ходите, ну ходите. Ай, боец, меня рожь, пожалуйста, встань. Нельзя ходить. Встал на линию, заправился. Сорок матес, поклонились. Следующие три пары. Хорошо, пять. Вы так же боретесь, а не так же. Ну, хорошо. А, жена. Не знаю, все уже. Дарин. Дима. Пересядь туда, пожалуйста. Посмотри на всех молодых людей, если что. Толик, за ноги не бери. Толик, ну ты не печаль. Да пусть делает. Я не хочу, чтобы он делал. Ты не показал. Да, он не снимает. Ну пусть попросит. Он есть его друг Сережа. Давай. Мой брат. Это брат. А вот воняет.
Ваня, ну... Нет, это не боль, это сам. Давай, там ночью понюхай. А право, Ваня? Нет, братан. У них даже запах один. Запах мандарина. Есть, икон, морава, цели, цели, цели. Нормально, нормально. А как ты хотел? Еще сильнее бьет. У вас же кимоно нет, поэтому так и вольная борьба получается. Хорош, Миша. Спасибо, брат. Миша, Миша. Красавец, толян, дедушка! Быстренько ушел от судьбы! Хорошо, что на чучело не бросился. Да, слушай. Сережа, а он должен быть на тренировке? Я так понимаю. Это тренер говорит. Он на тренировке, он тренируется. Луи Маркс, Джой Винни, Морочи, что-то что. Вообще не беспокоит. Сред, кто? А что? Вот так мы с ним летом занимались, профессора, блин. Да. Вот, вот стойком я занимался. Матэ! Стоп. Заправились, маечки заправились. Плавочки, трусики поправили. Поклонились. Что, Ларри Ведерик? Скоро, Матэ? Следующее. Кто там летом работал с Гришей? Покажите этих тренировок. А потом смеются. Вот смотрите на него и увидите себя. Как вы его научили, блин? Так он и борется. Смеются над другом. А мой снизу болит. Можно еще раз? Ладно, можно посмотреть что? Да, где вы? Победа! Серега, я думаю, он ставится живой?